чай, кофе желаете? Бутерброды? Сав? И здесь мы согласны Конституции Российской Федерации. На нашем входе написано, какие статьи мы нарушаем, если мы будем проверять органы. Мы не можем дискриминировать наше население. Скажите мне, вообще, что там написано? Где здесь написано? Наш НН написан в ходе на QR-код. Мы не против QR-кодов. Ну, в плане того, что мы их не отменили, мы не можем их отменить. У нас нет таких полномочий. Вот. Все понабежали, абсолютно все. Все проверки, нужные и ненужные. Ну, вчера узнал, это же информация не секретная, как бы. Я решил поддержать девочек, в принципе, молодцы. Давно пора, всем так. Есть у нас крутые бизнесмены, держащие кафе-рестораны, но просто яиц нет. Я так считаю. Их нагибают, а они прогибаются. Меня мама родила без QR-кода. Я детей родил без QR-кода. Мне не надо. Я как раз услышал, прочитал, что есть такое кафе, которое, значит, Конституцию рассказывает, принимает без QR-кодов. А я не то чтобы противник, я вот QR-кода 100% противник, да? А прививки, они были нужны. Когда, допустим, ОСПА, полиомиелит там и так далее вот справлялись. Почему они нужны? Потому что вот при помощи прививок уходили от этих болезней. Но самое главное, что там был выделен сам вирус, против которого борются. В настоящее время, то есть, коронавирус, он не выделен ни в одной стране мира, то есть его нет в натуральной величине. Впрочем, и любая прививка от или там вакцины, которую сделал, она не соответствует тому, что есть, потому что она не работает. У меня вон вот красавица девчонки, значит, так они готовят лучше, ему мама, это суперспециалист. Так, то есть она готовит лучше, чем в любом ресторане. Если я иду куда-то покушать, то это надо что-то специфическое такое. Так. А татарская кухня, она самая лучшая в мире.